В этом видео я покажу, какие закуски можно приготовить к Хэллоуину. Печенье тыковки. Мне нужно растопить белый шоколад и добавить к нему оранжевый пищевой краситель. Теперь окунаю крендели в оранжевый шоколад. И на место тыквенных хвостиков прикладываю зеленый скитлс. Даю моим тыковкам остыть, и они готовы. Теперь глаза. Разъединяю печенье Орео. В центр кладу изюм, обрисовываю зеленой глазурью. Раскрашиваю красной глазурью вены у наших глаз. Как же сделать ведьмины метелки? Беру сыр, отступаю от края 1 сантиметр и нарезаю тонкими полосочками. Кладу соленую палочку к краю и скручиваю. Так просто получается интересная закуска. Опять возвращаюсь к сладкому, к земляным червям. На мелкой терке тру шоколадное печенье. Это у нас будет земля. Развожу желе красного цвета. Заливаю в кружку, куда я положила трубочки. Их я разрезала на две части. Оставляю желе до полного застывания. Есть два способа вытащить наших червяков. Первый – это использовать толкушку или скалку. А второй – открыть кран с горячей водой и подержать трубочки секунд 20. Тогда их можно будет с легкостью выдавить руками. Шапочки ведьм. Растапливаю шоколад и окунаю вафельные конусы в него. Ставлю их на шоколадное печенье. Даю шоколаду застыть.
и рисую орнамент на шапочке желтой глазурью. Вот и все. А я желаю вам пригласить друзей или собрать деток и вместе всем поучаствовать в приготовлении интересных закусок. Счастливого Хэллоуина!